Сказать слова благодарности своим учителям может каждый желающий. В региональном центре молодежной политики стартовала акция «Спасибо учителям НАУ». Подробности далее. В рамках акции «Спасибо учителям» каждый может поблагодарить своих воспитателей, тренеров, педагогов дополнительного образования и преподавателей. Эту акцию запустил региональный центр молодежной политики. Она у нас началась с 22 февраля и продлится у нас до 9 марта. На данный момент у нас в этой акции приняло уже порядка 50 человек, даже больше 50 человек. Участникам акции предлагают вспомнить тех, кто был рядом и помогал в выборе своего дальнейшего жизненного пути. Суть акции заключается в чем, что каждый человек может сказать спасибо, слова благодарности учителям, которые вели его в жизнь, дали ему образование, дали профессию, ну и просто помогали ему в чем-то, просто сказать простые слова спасибо. Для участия в акции необходимо разместить в своих социальных сетях пост с фотографиями, видео и открытками, написать слова благодарности и указать хэштег «Спасибо учителю НАО». Напомним, что акция приурочена к двум праздникам – Дню защитника Отечества и 8 марта. Это больше привязывается к двум праздникам, 23 февраля и Международный женский день. Просто как у нас и мужчины есть, педагоги, и девушки-педагоги есть. И вот хотели вот так вот объединить, сделать такую долгоиграющую акцию, чтобы ребята могли поздравить и мужчин-педагогов, и девушек-педагогов. Помимо этого, в преддверии весеннего женского праздника региональный центр проведет еще одну акцию. И вторая акция, которую мы сейчас запускаем, называется «Спасибо врачам» в преддверии 8 марта. Мы хотим поздравить наших врачей, мы будем приезжать в больницы и дарить цветы врачам. Также молодежь регионального центра поздравит прохожих на улицах женщин. Ну и также мы всем прохожим хотим тоже сделать такой небольшой подарок. У нас будут красивые сладкие букеты и цветы тюльпанчики. Анастасия Евтысова, Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, телеканал «Север».